Морская пуля немерена, поле ковыльное море без берега. Ваше высокопревосходительство, позвольте рекомендоваться. Николай Алексеевич Соколов, дворянин. Судебный следователь, окончил Харьковский университет по юридическому факультету. Благодарю вас. У вас большой опыт. 10 лет, ваше высокопревосходительство. Вы служили... В Пензенской губернии. Сюда пришел пешком. Вот как? Других способов теперь нет. Сегодня в программе «Звезды и судьбы» я познакомлю вас с актером театра и кино Игорем Карташовым. Он известен вам по многосерийному фильму «Конь белый» о убиенной царской семье, сыгравшей следователя Соколова. Представить его вам мы решили именно в семейном кругу. Но для того, чтобы ближе познакомиться с ним и его женой, я составила на них структурный гороскоп. Дело в том, что эти съемки были сделаны в Москве, в семье Карташовых, год назад. И это были мои первые съемки. Мы долгое время не могли монтировать материал по разным объективным причинам. И вот буквально недавно, просмотрев рабочие съемки, я поняла, что просто необходимо познакомить вас с этим замечательным человеком. Забытий танцевал вальс седой генерал. Там забытий танцевал вальс седой генерал. Скрипки петербургских балов и звезды в бесконечной глубине и терпкий запах царско-сельских залов и блики на церковном алтаре и дым сигар в кварталах Монте-Карло. Рулетки, виск и лошадей оскал. И тенью прошлого собор Петра и Павла, как пистолетный выстрел под финал. Игорь, судя по структурному гороскопу, ваш брак с Мариной считается романтическим. Вы по году крыса, Марина тигр. В таком союзе мужчина всю жизнь готов совершить что-то великое для своей прекрасной половины. И именно, что значит для вас семья в вашей творческой жизни? Да.
творческой жизни. Ну, в общем, все, значит. Конечно, вы сказали, что... Помогает ли жена? Крыса, тигр. Мне вообще от этих сочетаний животных дурно делается, потому что крыса с тигром, наверное, как-то все-таки не очень ладят, я думаю. А в семейной жизни... Ну, в общем, я, честно говоря, человек такой не гороскопный, я не задумывался никогда о том, что кто с кем, как. То есть я не искал жену по знаку. Но тут, как говорится, нашли все равно именно как бы через романтическую страсть ваш брак. Просчитали астрологи, и то есть ваши чувства построены именно на привязанности друг к другу, как бы на чувственности. И советуют, что вам как бы желательно больше иметь в доме друзей, чтобы как бы не разбиться о быт, а реальность. Кому, крысе или тигру? Вам, ваше сочетание крысе и тигру, то есть да, в семье в целом, то есть у вас в основном вы очень чувствительные натуры. Да, мы такие, это точно совершенно. И жена в просто... В отличие от него, я люблю гостевым нет. Но нет. Только, как говорится, круг друзей спасет вашу семью. Ну, друзья, слава тебе, Господи, бывают в этом доме. Вот. И я так думаю, если друзья перестанут бывать, то не то чтобы дом опустеет, просто, так сказать, по вот специфике нашей работы, с Мариной мы оба работаем в театре. Вот. В одном театре? Нужно, да, нужно как-то черпать откуда-то энергию. То есть не брать впрямую, а не заряжаться людей, что ли, но вот какие-то новые, может быть, встречи иногда, может быть, встречи с хорошими друзьями, с моими, они дают мне какой-то вот стимул к жизни, может быть, и помогают писать новые песни, играть, вот. Но это что касается друзей, а относительно нашего брака, я думаю, что в принципе, конечно, основной двигатель, мотор моего творчества, если так я скажу, творчество. Конечно, это жена. Вот, какой бы она ни была. Тигр. Вот, но мы, значит, ладим в том плане, что я всегда могу посоветоваться с ней, всегда могу предоставить первому слушателю, первому зрителю ей свою песню. И то, что она скажет, для меня, во всяком случае, не как для крысы, как для мужа, закон в этом смысле. Я очень прислушиваюсь к ее мнению, доверяю, что самое главное. И, в общем, конечно, вот так мы и живем. Старайтесь объективно оценивать новое детище, новое произведение Игоря. Передача, в общем-то, затрагивает гороскопы, поэтому я, как любая женщина, в отличие от мужчин, больше ими интересуюсь просто. В силу своей любопытности, не любознательности отнюдь, потому что я знаю это все слишком поверхностно. Только через любопытство какое-то, да, что я дева, поэтому я... Как бы
Девы, они вообще-то любят именно заботиться о других больше, чем о себе, да. Как правило. Во-первых. Во-вторых, я все-таки больше, как дева, в принципе, как вот я сама. То есть критически, в принципе? Критически, но очень объективно. То есть вот я знаю какую-то свою правду на каком-то подсознании. Именно от этого иду. То есть, а сюда, естественно, уже, я не знаю, примешиваются разные чувства там. Угу. Чувство любви, безусловно, потому что... Ну, теплота в ваших отношениях, она, в принципе, сразу очень ощущается. Очень долго живем, ну как очень долго? Лет 300. По нашей сумасшедшей жизни. Какую годовщину вы справлять будете? Или справили уже в этом году? У нас очень сложно с этим, потому что мы очень долго жили в гражданском так скажем. Когда уже появилась Даша, и когда появился Свете, уже когда просто какие-то стали мешать чисто квартирные вопросы, тогда уже мы совершили этот гражданский акт, но это было как Голгофа такой, потому что мы уже настолько привыкли. Никогда я об этом не задумывалась. Ну вот с момента встречи сколько времени прошло? С первой встречи? Даньке будет уже 11. 11 лет. Вот и как бы. Это серьезный срок. Причем это, кстати, очень кризисный срок. По наблюдениям некоторых пар, на десятилетие наступает кризис в отношениях. У вас кризисный для семьи? Для семьи именно. Или для кого-то лично? Для семьи. Не для крыс, нет? Лично нет. Давайте сейчас. Ну, это как бы такое заочное знакомство у меня было с вами. То есть я как бы вас уже изучила в плане структурного гороскопа, потому что структурный гороскоп, он тоже разбит на 12 возрастных периодов. Вот. Сейчас у вас идет период собаки, это с 31 до 42 лет. Это как бы такое серьезное отношение к жизни идет, именно тяга к семье. Особенно это проявляется у женщины. То есть ей хочется стабильности, заботы, а мужчина в это время как бы стремится осуществить свои планы какие-то серьезные, грандиозные, то есть что-то сделать. Как у вас вот именно с грандиозными планами? В творчестве есть период, это совпадает с всплеском каких-то идей? Я еще раз повторяю, что я никогда, в общем-то, особенно не задумывался. Ну, мне просто интересно, совпадает это или нет? Предмет, да, наверное, совпадает, потому что если раньше я искал какую-то нишу для себя в творчестве, то сейчас, в общем, я считаю, что, наверное, я ее нашел. То есть я нашел вот этот вот струну? Жанр, что ли, для себя. Это жанр музыкальный спектакль. Я еще не могу в нем определиться, потому что существует мюзиклы, рок-оперы какие-то. Вот я пока это называю музыкальный спектакль. Вот. И, то есть очень много планов. Что нужно сделать? Последнее ваше детище. Ну, последнее это вот спектакль Франсуа Вийон, «Блудный сын», пьеса Евгения Симонова. Я стану тихим, как свирель. Я петь буду ласково и нежно. Я всю тебя снежком запорошил. И ты вышла в одежде белоснежной, как в платье подвенечном. Дебошир! Я буду тих, как теплый летний вечер, когда вокруг смолкает шум и дамы под плечком, притаившись ветер. Вздохнуть боится даже. Хулиган. Я буду мягким, словно воск, и сладким, как сахаром посыпанный лимон. И я проглажу все свои заплатки на рукавах и брюках. Хлану. Издателю продам я все баллады, 4 ронда, небольшой роман, куплеты для вечерней серенады и новую молитву. Графоман. Богатым скоро стану я и важным одет я славно буду. Я обут, метаморфозы далеко не с каждым случаются на свете. Моя душа. Моя душа из темной стала светлой. Я молод, я без ус, я без бород. Я вашему последовав совету стал ангелом небесным. Вот этот музыкальный спектакль я впервые в жизни попробовал написать музыку ко всему спектаклю. То есть решить вот эту музыкальную канву драматического произведения. Это оказалось очень сложно. В роли композитора. Ну да, в роли композитора, но я же вроде как и исполнитель главной роли Франсуа Вийона. Потому что, я честно могу сказать, Симонов всегда... Не то чтобы он мне не доверял моим актерским возможностям, а он всегда шел от внешнего. Он мне говорил, что я очень высок для Франсуа Вийона, что он был маленький, страшненький. Я просил его
умолял, но так вот мне при жизни Евгения Симонова не удавалось. Вот. И потом я вот взял на себя такой груз, и, потому что я верил в то, что я смогу это сыграть. Ну и хотелось бы, чтобы зрители, увидев тоже как-то. Значит, даже не знаю, тут очень сложно всегда говорить на эту тему. Но я попробовал написать музыку к этому спектаклю. И вот это оказалось очень сложным. Очень сложным для меня, хотя иногда все это проходило как по маслу. Вот писал я тут дома, ночами. Марина при всем присутствовала, очень помогала. И как, вот, как я уже говорил, каждую песню буквально только-только вот она, ну, так вот. Снова испеченная. На таком языке, будем говорить, традиция, я тут же показываю ей, кричу ее, зову, я говорю, иди слушай. И вижу по ее глазам, пытаюсь что-то понять для себя, если вот, ну, немножечко хотя бы что-то я, как рак, как крыса, если так возвращаться к гороскопу, что-то вижу, сиюминутность ситуации, мне не нравится немножко что-то, я уже понимаю, ей не надо говорить ничего. То есть даже вот... На помимике лица, годы жизни, да, они дают свой эффективный результат, мы понимаем друг друга с полуслова. Ну, как в каждой семье отнюдь не бывает так, чтобы это все было вот так вот, как по маслу. Просто. А вообще откуда вдохновение берется? А вот, не знаю. Оно... Ну, постоянное в жизни движение. Оно берется не благодаря, а вопреки. Знаете, бывают такие моменты, вот, когда я очень устаю, когда домашние бытовые заботы, они захватывают... В общем, все свободное время, не остается времени ни на что вообще, и буквально вот успеваешь просто повторить роль перед спектаклем. И вот совершенно в никаком состоянии идешь на спектакль, уставший. Что за парадокс? И бывает, что вот этот спектакль играется как на одном дыхании. Это очень здорово. И ты ощущаешь, что ты не устал после спектакля, а наоборот, вот какие-то душевные силы появляются, физические и душевные, совершенно... разные вещи. Все забуду, все покину, сахар спрячу для коня в меховую перину. Я укутаю тебя в меховую перину. Я укутаю тебя. А сукно моей шинели трется нежная щека, снег валит, седые ели, а дорога далека. Снег валит, седые ели, а дорога далека. Говорят, что у вас это единственный брак, сочетание, которые переносят, единственные, для которых не страшны расставания и разлука. Нет, абсолютно не страшно. Вот для меня, например, я очень часто езжу на гастроли, как бы у меня не встает вопрос того, что я покидаю дом, и что в этом какая-то трагедия, месяц ли это, значит, неделя, две недели, 10 дней. То есть для жены это трагедия, да. Но я никогда, я очень редко был в этой шкуре, когда приходится, значит, быть, когда ты провожаешь. Вот она вот постоянно. Наверное, у Марины спросить. Она провожает, да. Я не знаю. Я уезжаю от детей, от хлопот, от всего. То есть я уезжаю, с одной стороны, я еду работать, с другой стороны, я, ну, как бы, по ее мнению, я отдыхаю. Вот. Ну, наверное, действительно, я отдыхаю. Но в этот момент я пытаюсь использовать каждый день, каждую секунду для того, чтобы опять что-то написать и что-то привести, показать ей. То есть в любом случае тигр с крысой, они в этом смысле не поймут друг друга. Знаете, вот, все-таки это разные животные. Но в любом случае, когда уже происходит встреча, после длительного расставания, то есть она намного острее. Ну да, она каждый раз очень острая. Марина, правда ли, что Игорь непредсказуемый человек? Как вы переносите его неординарные такие поступки? Были ли такие случаи? Да дело в том, что это опять сложно судить, потому что я сама не совсем ординарная, не совсем предсказуемая. То есть как бы это даже для норма. Для себя даже. Более, кстати, она непредсказуемая. Да, поэтому его непредсказуемость я... просто принимаю, опять-таки, как должное и как нормальное. Какие-то... Я даже не могу сказать. У меня нет ощущений его там
какой-то вот полной непредсказуемости. Может быть, потому что мы уже давно друг друга знаем, мы действительно уже как бы привыкли. То есть я... Ну, это уже нельзя назвать там любимым друг друга. То есть, наверное, это уже намного больше, намного шире понятие, то есть, чем... Потому что любовь ассоциируется с какой-то страстью, да, в принципе. Мы, наверное, период страсти уже прошли за свои, там 12-й год, и появилось намного что-то более прочное, намного более стабильное, жизненное, когда я прекрасно понимаю, что я не смогу существовать без него, без вот этой его нестабильности вообще всего. То есть для меня это будет крах полный. Ну, Игорь... То же самое так же, как и он. Игорь, вот правда, что Марина — это человек прямолинейный и бескомпромиссный? Не мешает ли это вот в семейной жизни? Вот такая прямота. Как находите вот это? Ну, я очень не люблю недосказанности вообще. Угу. В принципе, в жизни так. И не могу, например, при каких-то ссорах долго находиться в состоянии молчания. Мне надо все выяснить сразу, выплеснуть из себя все сразу, и тогда как бы, тем самым я сохраняю свой внутренний ящичек. Да? То есть, не, знаете, такое есть стихотворение у Володина: «Мы самоеды, себя грызущие, вам наши беды, потехи сущие». То есть вот в плане, что это нельзя даже вот на так пользу. Вот сжирать себя, да, то есть нужно как-то... Я люблю досказанность. Марин, Игорь любит выяснять отношения сразу. Как у вас в это время состояние души? У меня обратное. Потому что я понимаю, что если люди чем-то недовольны, причем это может быть, я не знаю, там, брошенный на стол платок носовой или грязная тарелка. Ну, то есть это глупый повод. И просто как бы все недовольства, что-то вот сейчас вливается вот именно вот в эту тарелку, да, то есть как бы. И начинается еще старое. Да, и ну, то есть там уже, как во всех семейных отношениях. Я понимаю, что если я сейчас начну это все выяснять и выговаривать, то из этого, ну, я не знаю, это сразу развод должен быть. Потому что это уже наговорится, наверное, слишком много, слишком... А вообще человек обидчивый, Игорь? Да. Очень ранен. Да. На слова именно, да? Да, и на слова, ну, вообще на все, то есть как бы это... Вообще на все, на отношения к нему, на все. Да я тоже, в общем-то, обидчивая. А вот как в творческом плане, то есть критику как воспринимает? У нас болезнь? Нет отношения там, к критике. Я никогда не критикую его творчество, потому что, ну, наверное, я бы не была его женой, если бы у меня было бы критическое отношение к его творчеству. Абсолютно. Ну, какие-то советы, то есть прислушиваются? Ну, это, да, это чисто в форме каких-то советов, потому что... Тем не менее, какой бы я ни была, я все равно остаюсь женщиной. Женщиной, женой, женой при муже. И, естественно, там его дело для меня, естественно, главное. Самое главное, что я верю и доверяю ей. Вот самое страшное, если бы вот этого не происходило. И если бы ей не нужно было мое творчество, то, что я делаю. Вот тогда да. Тогда как бы вся наша тема, то, о чем мы сейчас говорим, не имела бы смысла никакого. Вот эти расставания гастрольные. Тогда о чем говорить? Кому говорить? Кому петь песни? Была пуста абрамцевская дача. Был листопад в ночи на покрова. Была тоска. И удача. Был я неправ, а жизнь была права. На вас была осенняя одежда, был капюшон и в глине сапоги. Вы невзначай мне подали надежду. Я одурманил вас, а сам погиб. Марина, вот вы можете сказать, что вы друг друга полностью знаете? Было бы скучно. Было бы скучно полностью друг друга знать. Это действительно всегда приятно открывать что-то новое, потому что... Ну, иначе, наверное,
и скучно, и в конечном итоге такие отношения приводят, я думаю, к разводу, когда скучно. Всегда интересно что-то новое. То есть я, например, очень долгое время ходила с длинными волосами. Действительно, длинные волосы. Там, буквально меньше месяца назад я пришла практически лысой. Да. Естественно. Какая реакция была? Шок. Ну, я-то сам, я никогда не хотел, чтобы она стриглась у нее. Она блондинка природная, некрашенная. Mm-hmm. Это моя гордость нашей семьи. Вот, и мне всегда очень нравилось то, что у нее длинные волосы, что это... Мне вообще нравится, когда у женщин тут... длинные волосы. То есть тут уже непредсказуемость была жены. Вот. А вот таких общипанные прически, ну, как-то она вот не лежала мне к этому душа. И вдруг я сам сказал ей, говорю, а почему бы нам не подстричься? То есть... Я решил вот так вот поменять жизнь. Эта идея была поддержана. Значит, она тут же побежала и с удовольствием это сделала. Вот что получилось, сейчас зрители, я думаю, имеют возможность увидеть. Вот. Ну, думаю, что постригусь, но не так коротко. То есть какие-то пределы, границы должны быть соблюдены. Нет, Марти всегда должен менять свою внешность. Это тоже, я считаю, определенный стиль. Это очень много. Когда ты меняешь свой имидж, это... Это еще душевное состояние определенно сказывается, мне кажется. Чтобы поменять прическу, так нужно к этому прийти. Ну, собственно говоря, как бы прическа – это как бы тоже шаг ухода из театра, то есть подготовка ко всему. То есть, в конечном итоге любое действие человека, совершает его обдуманно или бездумно, оно все равно к чему-то ведет. Ну вот мне хочется... Что, пожелать вам, чтобы вы сохранили до конца ореол загадочности в вашем браке? Вот, чтобы ваши романтические чувства друг к другу жили как можно дольше. Не разбились, а наш быт, грубую реальность. Чтобы как бы жена все время помогала и способствовала каким-то подвигам, к созданию чего-то великого. А дети в таком браке, они должны быть как бы продолжением ваших теплых отношений и поддержкой. Конечно, все эти структурные гороскопы – это лишь поверхностные характеристики человека. Но после съемок Марина сказала Игорю, что давно не слышала от него таких теплых признаний в свой адрес. А мне стало приятно, что я смогла вызвать их на откровенный и душевный разговор. Белыми, красными, красными.